Вчера вечером Сергей Морозов заслушал доклад министра финансов региона о поступлении налогов и иных средств в бюджет. В целом финансовая картина благоприятна. Не трудно, то я бы хотел, чтобы проинформировали меня о той большой работе, которую вы провели в Москве в рамках коллегии Министерства финансов Российской Федерации, потому что об этом говорилось в средствах массовой информации очень много, о том, что там костей было очень много, руководителей страны было достаточно много. Я так понимаю, что там в том числе и какие-то очень важные решения озвучивают. Действительно, намечена очень позитивная тенденция. Впервые за 2018 год, за 7 лет, получен такой профицит, как 2,6% от ВВП. В общем-то, такого не было. И вот такая положительная тенденция, она, конечно, только радует. Но основной акцент был сделан именно по реализации национальных проектов. То есть сейчас реализация 204 указа, оно очень серьезно стоит на контроле. И прежде всего, конечно, Дмитрий Анатольевич говорил о том, что нужно подумать о том, как быстрее ускорить процедуры проведения конкурсов, торгов. Деньги на нацпроекты поступают вовремя, поэтому с их реализацией на местах проблем быть не должно. За правильной реализацией проектов и средств пристально следит федеральный центр. Но у региона есть и свои бюджетные победы и рекорды. Да, действительно, сегодня есть уже оперативные итоги работы первого квартала, как по доходным источникам, так и по расходам. И хотелось бы отметить, что в консолидированный бюджет Ульяновской области поступило 12,2 миллиарда. Это перевыполнение плана составило 102%. То есть плюсом 233 миллиона, а мы получили именно к плановым показателям. Перевыполнение финансового плана, несомненно, отразится на развитии области и росте благосостояния граждан. Наш бюджет на 72% социальный. Задание правительства страны – как можно быстрее обратить заработанное в конкретные блага для граждан. Павел Половов, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.